Благодаря реорганизации колледж переехал в просторные кабинеты здания по улице с подходящим названием «Студенческая». В полупустом здании бывшего профессионального лицея хватило места всем. Здесь уже оборудованы мастерские и лаборатории электриков, газовиков и автомехаников. Особое внимание, как и прежде, уделяется и патриотическому воспитанию ребят. Конкретно вот в нашем случае реорганизация дает новый толчок развития профессионального образования в городе. Также это возможность сохранения и развития интеллектуального потенциала, педагогических кадров, рабочих мест. При этом все образовательные услуги, оказываемые АГДЭС филиалом УТЭК и профессиональным лицеем 146 города Агидель, они остаются в полном объеме. В учебном заведении работает столовая. Бывшие ученики лицея, которые обучаются по рабочим специальностям, как и раньше, питаются бесплатно. Студенты колледжа покупают обед сами. Все, кто здесь учится, будут получать диплом единого образца о среднем профессиональном образовании. Если обучение проводилось по рабочим специальностям, это будет указано в дипломе. К ним относятся специальности мастеров общестроительных и отделочных работ, а также повара-кондитера. Здесь здание побольше, появилось столовая, дешевая. Кабинеты, коридоры все просторные. Настольный теннис. Преподаватели остались все те же. Период реорганизации официально продлится до 20 апреля. Но уже сейчас оба коллектива работают единой сплоченной командой. Стать его частью нетрудно. Для поступления в колледж не понадобится сдавать вступительных экзаменов. Достаточно пройти конкурс аттестатов.